Всем привет, дорогие друзья, с вами Т-1000. И сегодня мы опять поиграем в бумажный Майнкрафт. И, в общем говоря, смотрите, вот это вот мой домик. Значит, кстати, я уже играю не со скретча напрямую, а играю с сайта. Здесь все намного хуже, как вы видите, картинка. Вообще все другое, все хуже. Вот, но здесь сохранение работает. Здесь работает сохранение мира, в общем-то говоря. Как вы помните, в прошлой серии мы победили Херобрина. Значит, вот мой домик такой. Здесь есть куча сундуков. Здесь есть вот три жителя таких, которые тут живут. Ох, ё-моё, блин. Да, дерьмовый сайт. Все очень лаганое. Но работает сохранение. Тут, значит, домик жителей. Вот. У меня тут, значит, деревня есть. Вот такая вот. Вот такая вот деревня есть. И где-то здесь у меня рядом живет Херобрин. Только где он? А, он с другой же стороны, точно. Я и забыл. Так. Нужно закрывать дверь после себя, чтобы никто не зашел. Плохой. Так, корова. Мау-мау. В наушниках у меня сейчас мукают они. Так, вау. Ну и где этот Херобрин? Вот. Чего? Не понял. Ё-моё, что-то не то. Что-то с надписью случилось, короче говоря, но я уже исправил. Значит, давайте к нему зайдем в гости. Так, что он тут вообще делает? Так, он просто ходит. Привет, Херобрин. Привет. Что ты сделаешь? Что ты тут делаешь? Я просто живу. Ладно, тогда не буду тебе мешать. Уже ночь скоро. И, ой, я мы... И рядом, вот с нами рядом, живут очень плохие мобы. Ай. И, кажется, застрял. А, не. И, давай. Эх, еще чуть-чуть, я бы... Я даже не смог. Круто. И там какие-то скелеты. А ну-ка, на! На, я должен защитить деревню от вас. На! На! Да, надо собрать все его тут стрелы. Не пригодятся. Где тут зомби? Зомби, не трогай курочку. Ай, больно. Фух. Он никого не тронул. Так, ребята. Ой, видите, как это очень сложно. Знаете, откуда они идут? Они идут из другого мира, в который можно попасть. А ну на. Я тебе сейчас на. Ай. На. Я его убил, да. Так. Значит, нужно... Можно в тот мир попасть. Давай, овечка, заходи. Все, будешь жить жителем. Зомби! Зомби решил атаковать с крыши. С подтишка мне атаковал. Ай, он же меня сейчас убьет. Нет, на! Нет. Нет. Не так уж и просто за меня победить. Я и не таких чуваков убивал. Сынюшка, может быть, зайдешь в дом? Не хочешь? Ну ладно. Так, тут еще один житель живет. Он тут у нас фермер. Так, корова, заходи. Ну ладно. Так, вот тут вот житель. Житель, который тут все крафтит. Вот у него, кстати, есть еще ресурсы, которые дали ему жители-шахтеры. Так. Ай! Нет, закрываем двери. Скелет, ты пытался убить жителя. На, нет, ты его не убьешь. Ай! Ах,
как же больно. Но я должен сражаться. Ой, я упал в колодец. Нет. Паук! Паук! Нет, паук. Я его убил. Еще один. Ё-моё, но у меня же брони нету. У меня один удар остался. Эндермен. Все, нужно бежать, нужно бежать. Эндермена я уже не смогу убить. Все. Эндермен — это главный враг. Он привел свое войско. Свое адское войско. Давайте, заходите. Заходите и прячьтесь. Прячьтесь. Зомби, на! Ауч, нет. Все, это конец. Нет. Но оно воссоединилось. Я не умру. Тихо, жители, не выходить. На, получай. Я тебя рукой заколочу. Крипер! Крипер! Он же сейчас деревню подорвет. Нет, все. Мне нужно взять свою броню. Вещи. Еще мне нужно взять свои вещи, да. Там же были тоже мои вещи. Эх, ну уже их не спасти. Там еще один эндермен был. Нет, это все лишь зомби. Так, вот моя алмазная броня. И теперь мы ее возьмем. Так, теперь мы ее возьмем, оденем. Куда? Ты, Стив, ты куда ее выкинул? Так, давайте мы ее сейчас все оденем. Так, где тут у меня мечи были? Там. Ладно, пойду возьму там в сундуках меч. Теперь уже меня невозможно будет победить. Ох, ё-моё, что-то с текстом не так. Я же там писал, вроде бы нормально. Мне нужен алмазный меч. У меня что, алмазного меча нету? Ну ладно, тогда мы возьмем свой супер крутой нагрудник креатива. И вместо обычного наденем нагрудник креатива. Сработало! Теперь я могу взять себе какой-нибудь меч. Возьму себе меч. Мечи возьму себе там. Вот. И теперь у меня будут крутые мечи. У меня железный уже был, а теперь будет еще и алмазный. И все будет круто очень. Так, да. Теперь у меня есть больше ресурсов. Давайте снимем нагрудник креатива и положим его туда. Так, пока что он еще креатив у меня не пропал. Нагрудник уже уложился, и после снятия еще несколько секунд есть креатив, да. Так, вот все. Теперь, значит, берем мой супер-пупер меч. Алмазный. О, да. Вот мой алмазный меч. И пойдем сражаться с монстрами. Так. На! Ну что, теперь тебе не так круто. Он умер, да. Мы его убили. Мы убили зомби. Круто. Так. Ну, будем говоря, выживать мы продолжим в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.